Всем утро. Техпарк у нас оживает. Движ паришь, там шевелешь. Такое вот движение гоночное начинается. Мы готовы к техкому. Вот тут Сережа, короче, занимается ремонтом коробок, прям в полевых условиях. Так вот об нем. Это команда Омега Моторс и капитан команды Омега Моторс Сергей Поклонов. И его сокомандник, который всю свою жизнь ездил на симулятор. Сергей Ильич будет его догонять. Ух, какую постановку делает Сергей Поклонов. Такой подзавис Поклонов. Вот такая территория. Ильич допрыгивает, допрыгивает до своего оппонента. Сергей сейчас разворачивается здесь. И Сергей Ильич, Сергей Ильич, только не теряй угол. Атакует его оппонента. Тем такая. Оба. Гоночки я просрал победителю сезона, но по итогам чемпионата я второй сегодня. Да. А сейчас вот, короче, такой перформанс наблюдаем. Гоночки на Жигулях, там, по мокрому. Свистелки, перделки, все дела, короче, ну, нормально. Мы балдеем. Ваше здоровье, джентльмены. Да, перформанс, конечно, лютый тут. Вообще, ну, светотехники все херачат. Ух, бля! Офигенно, экшен, экшен. Экшен, конечно, мощный. Давай, газуй, газуй, газуй. Вот так у нас выглядит сервис-парк ночью, диджей, бар, дрифчик, кайфули, короче, прям нормально. Гоночки, гоночки, а тут лютый дэнс происходит. Опа, куда смотреть-то, я даже не знаю. Отжиги, отжиги, отжиги. Мы все.